Веерные грабли – хорошее изобретение, но изделия данной конструкции имеют тенденцию разбалтываться. Грабли не разваливаются, а просто веер теряет жесткость. Многие продолжают пользоваться ими, хотя это доставляет некоторое неудобство. Это изделие подверглось небольшой доработке. Исправить положение оказалось несложным при помощи самодельных скоб. Надо было просверлить отверстие для них, вставить туда и загнуть. К сожалению, подходящей проволоки под руками не оказалось. Дача, цивилизация далеко. Пришлось заменить скобы гвоздями. Длина гвоздей 6 см 60 мм, их диаметр меньше 3 мм, потому что они достаточно свободно входили в отверстие, просверленное сверлом диаметром 3 мм. Надо снять нижнюю крышку, отогнув лепестки, затем местом, где были приварены прутья веера к металлу, просверлить 4 отверстия. Далее надо поставить веер на место, крышкой слегка прижать, загнув лепестки. Крепление не окончательно. Через готовые отверстия в корпусе просверлить дырки и уже в крышке последовательно вставляем скобы или гвозди и слегка загибаем их. Когда все скобы или гвозди окажутся на своих местах, окончательно простукиваем конструкцию до получения необходимой жесткости. Это тот инструмент, который оказался под рукой на даче. Его хватило для того, чтобы спокойно сделать несложную работу. Можно, конечно, купить новые грабли, и на какое-то время проблема будет решена. Но срок службы доработанной конструкции, я думаю, будет ограничен только стиранием самих прутьев веера. Удачи! Подписывайтесь!